привет! С вами Лиза Трепскет. В сегодняшнем видео я покажу вам прекраснейший английский город Кембридж. Я вам обещала, когда снимала видео из Оксфорда, что также мы посетим в скором времени и Кембридж, что вы сравнили эти два города, посмотрели, какой вам именно из этих двух городов нравится больше, и решили, собственно, если вы приедете в Англию на несколько дней, в какой из этих городов вам стоит съездить, если вы, к сожалению, не сможете приехать в оба этих города. В сегодняшнем видео мы с вами погуляем по Кембриджу, послушаем интересные факты о городе, об истории города, посмотрим на самые красивые здания. Ну что, готовы начать прогулку? Первым делом в Кембридже мы отправились на бранч в брассерию The Ivy. Это сеть заведений по всей Великобритании, их очень много в Лондоне. И если вы никогда не были в этом месте, обязательно загляните. Здесь шикарные завтраки, бранчи, обеды, недорого и очень стильно. Кембридж просто прекрасный город для пешеходных прогулок. Когда вы сюда приедете, обязательно посвятите час или полтора, просто чтобы погулять по центру города и посмотреть самые основные достопримечательности, которые сконцентрированы именно в центре города. В Кембридже просто потрясающее количество маленьких красивых уголков, симпатичных зданий, которые вы не найдете, если вы будете смотреть путеводители. Ну, конечно же, обязательно стоит также и добавить себе на карту основные достопримечательности, которые, кстати, некоторые из них находятся за пределами самого центра города, поэтому, чтобы их не пропустить, обязательно тоже отметьте их на карте. Теперь давайте немножко поговорим о самом городе Кембридже. Кембридж находится всего лишь в 70 километрах от Лондона. Вы можете туда доехать на поезде с вокзалов Лондон Кингс Кросс и Лондон Ливерпул Стрит. Поездка займет где-то от 50 минут до 1:10, и билет обычно стоит где-то около 18-20 фунтов на человека за билет туда-обратно. Население Кембриджа всего лишь 123 тысячи человек. Он находится на реке Кам, и название Кембридж приводится буквально как «мост через реку Кам». В Кембридже также расположен Silicon Fen, такая своеобразная силиконовая долина Великобритании. В ней расположены более 3000 различных бизнесов. В Кембридж также привлекаются специалисты из всех городов Великобритании, также делают визы различным талантливым людям со всего мира. Именно поэтому цены на жилье в Кембридже очень даже высокие, так что не думайте, что вы можете сэкономить, живя в Кембридже, особенно на жилье. Кембридж считается престижным городом, о нем высказываются обычно как posh. Здесь вокруг прекрасная природа, чистый воздух, и в Кембридже также очень много шикарных ресторанов, в том числе расположен ресторан с двумя мишленовскими звездочками. Конечно же, чем знаменит Кембридж? Своим университетом. Кембриджский университет также фигурирует в списке самых лучших университетов мира, наравне с Оксфордом. И, конечно же, Кембриджский университет не самый старый университет Великобритании, самый старый Оксфорд, как мы убедились в моем предыдущем видео. Самое интересное, что Кембридж был основан студентами Оксфордского университета, которых отчислили из-за их поведения. И вот они приехали в Кембридж и основали здесь свой собственный университет. Кембридж постоянно соревнуется с Оксфордом в звании самого лучшего университета Великобритании и неоднократно занимал первые позиции в списке лучших университетов мира. Так что между ними идет такая достаточно большая борьба и большая конкуренция. К сожалению, в тот момент, когда мы посетили Кембридж, большинство зданий были еще закрыты по причине эпидемии коронавируса, поэтому внутрь университета нам попасть не удалось. Но обычно некоторые двери открыты, вы можете просто побродить по территории университета, некоторые, конечно же, помещения закрыты, даже в обычное время. Однако в нормальные дни Кембридж обычно очень оживленный город, в нем царит прекрасная атмосфера, везде снуют студенты, их очень много на самом деле в городе. Но даже в этом видео вы, наверное, увидели их немало.
Самая основная достопримечательность Кембриджа – это королевская часовня, которую вы только что увидели. Обычно туда можно зайти внутрь, и выглядит она просто шикарно. Построили ее в конце 15-го, начале 16 века, и вот видите, она так прекрасно сохранилась до сих пор. Приезжая в Кембридж, вы просто обязаны покататься на лодочке. На английском языке этот процесс называется punting, и все студенты Кембриджского университета просто занимаются этим в свои свободные дни. Но вы также можете взять экскурсию с экскурсоводом, который вас будет катать по Кембриджу. Кстати, именно с реки открываются самые красивые виды на некоторые здания. И вы также можете проплыть под самыми красивыми мостами Кембриджа, математическим мостом, еще одним мостиком вот этим очень красивым, и также подплыть к самому интересному мосту, мосту вздохов, the Bridge of Sighs. К сожалению, он был закрыт, и мы не смогли к нему вообще никак подойти, потому что проход к нему по земле проходит через территорию колледжа, который был, конечно же, закрыт. Также не забудьте посмотреть на потрясающее изобретение 2008 года «Corpus Clock». Это изобретение Джона Тейлора, выпускника Кембриджского университета, и вы его не пропустите, он находится в самом центре на одной из самых главных улиц Кембриджа. Позади меня еще одна очень известная компания из Кембриджа. Они производят вот такие вот специальные сумочки, которые были очень популярны в Англии в начале 20 века, но потом ушли, видимо, из моды и вообще разорились почти что все их производители. Но буквально 10 лет назад моду на вот такие вот сумочки Satchels возродили, и появилась вот эта компания Cambridge Satchel Company, которая, кстати, экспортирует сумочки на просто весь мир, и, наверное, самая большая популярность у этих сумочек была где-то году в 2013-2014, но сейчас тоже многие носят, особенно студенты. Видели какое-то местечко, которое подает кофе, у них стоит постер, говорит, что у них лучший кофе по рекомендации Vogue и Vanity Fair. Мы просто решили не упустить возможности попробовать это кофе, сейчас ждем в очереди, посмотрим, вкусно действительно или нет. Где-то минутку ждали, две минутки ждали кофе, и вот это мой капучино. Хосе взял себе кофе под названием Piccolo. Ready to try it? Do you want to try it? Yeah, definitely. So, try it then. Nice toast. Смотрите, все эти люди, они сидят и ждут кофе. То есть это действительно популярная кофейня. Называется Bold Brothers. Зрелище в Кембридже, почти что в центре города, по крайней мере, ну, минут 10-15 пешком от самого центра города, по красивой променаде возле реки, вы можете видеть такое зрелище, еще больше коров. Вы можете прихватить с собой какую-нибудь еду на пикник, сесть на скамеечке здесь и поесть с видом на чавкающих коров.
Уже 7 часов вечера, и настало время для нас возвращаться обратно в Лондон. Я надеюсь, что вам было интересно прогуляться с нами по Кембриджу. И если вы еще не смотрели видео из Оксфорда, о котором я много раз говорила в течение этого видео, то обязательно посмотрите это видео. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Я планирую в будущем ездить также еще в большее количество различных мест и городов Великобритании. Так что, если вам интересен подобный контент, обязательно подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Так что до новых встреч. Пока-пока.